Йоу, салют всем, с вами Мастхэт, на стриме сужу Джонни Бой Джилли, так что... Что там у нас? Давай послушаем какой-нибудь старый трек Крида. Спасибо за донат, уже после судейства, давайте погнали, Джонни Бой Джилли. Когда твое сознание уязвимо, психика разрушена, ты перестаешь принадлежать самому себе. Эй! Столько таблеток, не дома, аптека. Боль моя редко проходит бесследно. Делал МРТ, УЗИ, рентген, проверил сердце. Доктор ответит, здоров пациенту. Концерт в Москве, пашем как первый раз. Еще минута и конец. Кажется мне сейчас, что сердце остановится. Последствия наркотиков, прятал своих скелетов. Я в шкафчике для лекарств. Эй, кофе мой враг, никотин зло. Кормит мой страх и убил сон. Мое сознание кричит стоп. Я правлюсь, когда зазвонит гонг. Простая мысль, мы жаль, не вечны. Забралась в голову мне жужжащий шершнем, бурлящая между органов, ставших плешью. Кровь вырывается из меня вон кричащим нечто. Эй, палата, покой, да ладно, какой потом поноем. Я-то другой, я сахар и соль в одном флаконе. Я хрен на дно, отдать это море без долгих войн. Я не такой, не плыть там с собой одной рекой. Сам был не свой, был слабый и злой. Но что со мной, расплата за кровь, пусть ваты домой. Стоп, на мной, разум не мой, мой разум он мной поломан. Но я так же живой, так же в огонь за новой болью. 4 утра, душ горячий, как лава. Струя воды тяжелее, чем лежачие скалы. И я пытаюсь заглушить сердце звенящие удары. И так сдобить, что я трясу сильнее пляшущих баров. Мне кажется, я сдохну. Боже, успокойся. Панические атаки, тревожное расстройство. Окей, я понял, класс. Но больше сотни раз я умирал за год. За вызовы ложные с меня спросят. Но сейчас в моем сознании кроется печаль. Это настигает Джонни по ночам. ЦНС выступает в роли палача. Меня если отпускает, только лишь на час. Убить себя, возродить себя. 300, мать его, треков, чтоб найти себя. Я смеюсь, вечно вру, но простите. Я привык скрывать свою боль, но внутри себя я ору. Что со мной не так, что со мной не так? Что со мной не так, что со мной не... Ну, типа, вот это мне, что, когда он пел, что вот это, что со мной не так, не особо понравилось. Ну, это больше похоже на вот это, Кизару. Что ты знаешь обо мне? 8 раз, а потом ты ничего не знаешь обо мне. Ну... Что со мной не так, что со мной не так? Что со мной не так, что со мной не так, а? Что со мной не так, что со мной не так, а? Что со мной не так, что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так, что со мной не так? Все еще горят Джонни на битах. Строится семья, копится мой банк. Но тревога просит броситься с окна. Лишь бы уснуть, лишь бы проснуться завтра. Лишь бы успеть, лишь бы не рухнуть на пол. Может сказать, или замкнуться в лапах. Не буду таблой, само собой отпустит. Как-то каждый мув под пристальным прицелом. Каждый звук, как выстрел децибелов. Дашь им тру, отписка несомненно. Жаждешь жлуд, стремится вниз карьера. Но хули друг, пули врут, я bulletproof. Doing good, турим тур, не курим куш. Буду тут, когда уже никого не будет тут. Врубаешь хуй с ху. Меня несло, клянись, стоп, жизнь-то не сок. Жизнь это сок, если ты топ. Было не топ, было не ок. Но подымает химия слов, меня снизов. А got some fire, популярность. Та еще сволочь, это полдень. Перетекающий полночь, это злобный. Клыками сверкающий оборотень. Горит на старте, позже бросает без помощи. Чуть что не получается, депресс. Как они все стреляют до небес. Чертов мут, не сдачай, сюда залез. Все вокруг отравляю, как асбест. Каждый текст превращается в протест. Отвечают, случайно получается замес. Мы пред ударом сжимаемся, как червь. Нет, пред ударом сжимаемся, как пресс. О, что со мной не так, что со мной не так? Что со мной не... Так, ну раскрытие... Бля, я не знаю, что тут по раскрытию. Что по раскрытию вы думаете? Сколько? Я думаю, 2-3 где-то. Ну, я примерно понял раскрытие, оно там с паническими атаками вообще с этим связано совсем. Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Салют. Что со мной не так? Что со мной не так? А? Что со мной не так? Что со мной не так? А? Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? К черту все пропорции и своды правил. Я неуязвимый, разве что ментально. Мне почти конец, хожу давно по краю. Но тебя легко я убираю. Джилия под градусом, Джилия, не радуйся. Зачем ты сокращаешь имя Джиллиан Ли Андерсон? Ты так и не шумел за 20 лет, что ты в игре. Я пришел сюда, у всех зажегся чили прямо в анусе. Эй, неси сюда награды все на бэтле с Джонни Боем. Словно в Сирии при Асаде, Джилл, бэтл рэп планета. Бля, вот вы бы знали, сколько я своих подписчиков вижу в чатах у Рифмобеса и ПМа. Там заходишь, просто сидит человек, наверное, 90% чата, вот это, знаете. Ты видишь такие, о, знакомые ники, блядь.
Для каждого держи дистанцию, малец 2 метра и не кашляй. Ну, 2, да. Пробью тебе череп овца, из череповца вали с шлема назад, челядь бастард. Вива ля революцион, не дойти тебе до вани, как без задержки дыхания через плацкарт. В прошлом бэтле вынес тебя, оппонент не скучный. Так ты вылезал рифмобес, это сделал лучше. Раунд четвертый диск на меня, тонко джили, а твой сосед теперь это лучник. Признай. Так ты вылезал, рифмобес это сделал лучше. Это забавно, да. Steam смогли на 3 из 3 раскрыть эту дебильную тему. Ну, Steam, да, Steam он хорошо раскрыл. Спросил я у всех, ты кто? Подземный адепт, духовный отец, чего? Абстракция, сай, стайл, бред, трип-хоп. Прекрасно знаешь, обожаю, в скобках нет, дерьмо. Батл по фоткам, шняга, да и гибло это место. Но тебе надо на 17-ю битву экстрасенсов, верно? Парь со мной на Сиберек, ты смотришь на мир через розовые очки от Фире. Эй, скушал твой стих, Шведер, я душка, как Бин Чендлер, башку лови три джеба. Двойные. Порция бифштекса, здесь только биг фэкс, и ты хотел диск, чекай. Ты не джи, ты не джиниус, просто джили. Я делаю жирно, как Джимбо, уже пол жизни. Я делаю джинглы, ты Джизус, но суициднее. Джонни в битве не шифт, и ты мертвый джили. Лишь когда пишу, забываю тревогу. Ее забьешь, ты не весело, ведь со мной. За что он так жили, вновь вопрошает у бога. В прошлом раунде я взвесился, это бой. Вы пока мою кровь пустите. Когда я жгу, не может быть недовольным зритель. Шестой этаж, цитата Долматов. 2020 это мой год, скриньте, но... Я не знаю, что со мной не так. Психика мне говорит пока. Но считаю, как последний раз. Джонни Бой, раунд 6. Не, ну конечно, когда он запел, это пиздец. Ладно, давайте, раскрытие темы двоечка, я согласен. Структура. Структура, я думаю, 3. 3. Ну, четверку. Четверку, наверное, много. А для тройки, хотя... Блин, тут много было интересных моментов, как по мне. Ну вот между тройкой и четверкой. Ну четверка это, наверное... Ну это чуз, вот четверка. А тут, я думаю, тройка. Хотя у Крида 3, допустим, если брать Крида 3. А тут больше, мне кажется, панчей интересных моментов, чем у Крида, нет? 3, 4... Четыре. Блин, я не знаю на самом деле. Наверное, 3. Я склонен к тому, чтобы поставить 3. Типа, ну, не так много. А из-за рифмы тройка тут, типа, очень много интересных рифм. Есть, конечно, и такие, ну, прям ни о чем. Джонни Пой не читает. Ну, тут наоборот, кстати. Техника. Я не официальный судья семнашки, я просто для вас сужу. 4 по структуре, но сможешь занизить исполнение. Да не, как раз таки к исполнению у меня нет претензий. Вот тут так получается. Вот фишки. Ну, если семнашка позовет, я готов посудить. Че там, фишки, вот фишки у нас. Че вообще к фишкам относится, кто мне скажет? Я прям вот точно не знаю, знаешь, что там вот это... вокал, что там, перебежки, напевки. Но если брать вот по этому, то типа тут двойка, наверное. Или тройка. Ну, максималку за исполнение ему можно ставить? Я думаю, что нет. Хотя, зачитал, в принципе, идеально. У меня вопросов не было. Ну, допустим, тот же Крид звучит на голову, наверное, выше в звучании и в исполнении. Хуки, бриджи. Ну, блядь. Наверное, можно и 3 поставить. Максималка за исполнение получает. Получается такое, как вы думаете? Есть тут максималка? Я не совсем уверен. Можно, конечно, сделать 2.5, типа его В докинуть половину. Три, ну да, в принципе, блядь. Если брать так, ну я думаю, что 3. Давайте максималку поставим, почему нет? 2, 3, 3, 8, 10, 1, 19. Минус только за напевки? Да, ну не согласен. Почему нет? Ну они прям не режут слух, они такие. Ну, напевки как напевки. Просто мне такое не особо нравится. Получается 19, да? 19, ну нормально. Крит прошел, как думаешь? Ну, наверное, пройдет. Поставь 2. Ну, хотя за все, допустим, ну, снять 18 баллов, чем... Да почему нет? Давайте пока так оставим.
Хотя переслушивать особо не хочу. Я уже слышал и на реакции. Да не, ну я считаю, что это нормально. Что было дальше Харламов. Конечно, сейчас пойду смотреть выпуск. 19 норм. Но я тоже думаю, что 19 норм. 9.92, мне кажется, много. Ну, типа, ОВ-2, ну, я не знаю. Мне, допустим, не заходит ОВ-2 прям. ОВ-2 это что-то по кочеве. Тут не очень так интересно, грубо говоря. В смысле, минус стрим. Все нормально. Да. Ну, давайте Джилию слушать. А где он? Вот он. Джонни, это не только идеальная укладка при любой погоде, но еще и легкая походка. Даже после конфуза, когда синизатор с высшим филологическим с деткой действовал грубо. Но Джонни все еще хочет селфи с кумиром, поэтому переобулся пуантой и соскользнул с судейского стула. Каждый, кто Джонни лайкает, вносит лепту в разрушение его личности. Похвала для него может оказаться излишне критичной. Посттравматический синдром заставляет тянуться из-за предела локального мемчика выйти. И вместо жизни обычного гейропейца он вынужден в бетлах накачивать ментальные мышцы. Джонни такой грозный, как битва на розовых дилдо. Все думали, что его убил Окси, но мало кто понял тогда, что в тот момент Джонни только родился. После нескольких лет окукливания он нарек свой путь из урода в человека. Что ж, убедительно, да и как не поверить тому, кто ходит по воде в своих клипчиках. Но прилетели птички, апрель, весна достает спички и поджигает больное сознание Джонни. Фрактальные дыры, фантомные боли, недуги толкают его параноидальные спичи. Он помешался и верит, что вернет силы, заполучив эликсир из вражеских тестикул, но скрылся обидчик, и Джонни свою цель теперь никак не достигнет. Блин, какой-то полуфбит нахуй. Дорогая воображаемая кофейня, это я, твой русский рижанин. Я был так счастлив, нас с тобой верить, но мне пора двигаться дальше. Я слышу голоса и не обещают мне новую ступеньку в карьере. И хоть и не повар, чтоб всем нравилось моя глазунья, но разобью слепешку в любую дырочку, проползу я врум-врум, Джонни. Убери ножку с педальки безумия. Акстись, ты не владелец кофейни, ты не апологет элегантного стиля мышления. Ты не яркий, ты уже даже не милый, как малыш Йода. Ты назвал альбом вне времени, но в нем одни приукрашенные тебе сплетни со вкусом лапши по поводов. Ты даже немного пугаешь, бросили все твои про тебя, но мы не знаем их версии, почему произошло это. У тебя берут интервью, жизнь после изнасилования во время смерча. Чего-то произошло. Леда тебе не хватило лишь для завершения образа в этом грустном скетче. Они с собаками искали по следу тебя, чтоб спросить лично. Джонни, не хочется вас как-то задеть тут, но каково это быть латышским худым отпечатком плеча в парилке русского рэпчика? Твой латышский след вызывает испанский стыд. Джонни Лата остыл, твои атомы осознания свернулись в катушке смыслов. Т-эталон рэпа в 20-м, но уже слышно эхо того, как будет звучать твой рэп лет эдак через десяток. Это пьяный бредни, который ты втираешь официанту, что ты тот самый-самый, кого так легендарно. Джонни, такого ты не отхватишь в Ютубе. В западно-латышской школе аналитической психологии в своем втором томе на 146-й странице третий абзац сверху профессор Бен Гам и его младший научный сотрудник впервые используют термин пропорции уязвимости. И это твой случай. Пропорции уязвимости — это одна скупая мужская слеза, упавшая на весы уязвленного самосознания. Через равенство слабости выводим уравнение слабого места плюс тождественность недостатка. Блядь, вообще такая, блядь, душнота охуенная. Про меня он. Бля, это такая душнота. Мне это, блядь, сложно дослушать на самом деле.
быстрый бежит. Повсюду иксы, 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 плюс равенство изъяло. Ты посредственность на крахмалиной. Хочешь биполярочку, как у него, но у тебя другое расстройство. Ты говоришь неуместные вещи не вовремя в криповых формулировках. К примеру, что ты, цитирую, вздрюченный, пересоткан. Даже повторять как-то неловко. Кому ты хочешь это продать? Ты должен платить за такие рассказы, размазавшись на кушетке у доктора. Видишь ли, Джонни, даже такому мощному чуваку, как Тони из клана Сопрано, нужен был мозг. Бля, он еще и текст декодит. Это вообще пизда, блядь. Что это нахуй? У меня там, да, интересные были рифмы в некоторых местах. Так сколько же должно быть в твоем хрупком, смазливом чреве прячется дерьмо демонов, конфликтов и травм. Ты как живое, рефлексирующее доказательство их теории. Привычным образом что-то доказываешь при помощи рта. И с этим проблема, это то, в чем ты слаб здесь. Тебя волнует с некоторых пор только твой проход, а не содержание текстов. А все, что ты слышишь, как много про Окси здесь. Но говоря тебе, не обойти его стороной. Он фронтмен твоей жизни, он фрагмент в твоем сердце. Бери след хозяина, песик верный. Короче, бля, это вообще пизда. Раскрытие. Там что-то, ну, было про пропорцию и уязвимости, да? Да ну, блядь, у Джонни, типа, раскрытие интереснее, блядь, в пизду. Не выкладывай это видео, пожалуйста. Да не, ну, типа, кому-то же это нужно будет. Поэтому придется. Структура. Блядь, там воды дохуя, поэтому два. Рифмы, блядь, единица там. Просто какая-то поебота вообще лютая. Техника 1. Это вообще что-то страшное. 1, уникальность 3. Ну, уникальное говно, как бы вот. ОВ 0, нахуй. Чё получается? 1, 2, 1, 4. 1, 1, 3, 5. 9, да? 4 плюс 5. Ладно, так, плюс ноль. Я не знаю, это вообще такая душнота, это пиздец. Это просто, ну, я хуй знаю. Есть какие-то вопросы? По баллам. Типа, я считаю, что столько. Не больше, не меньше, точно. 5-5-0. Я чего, обсчитался? Нет. 1, 1, 2, 4. А за что ему еще докидывать балл в структуру? Норм баллы. Давай теперь к интервилле. Да не знаю, сейчас посмотрим. Че, я считаю, что все норм. Да, заканчивать надо цель. Джонни прошел... Прошел ему половым органом. Да, есть такое. Короче, кто смотрел на ютубе, лайк, подписка на канал. В описании заходите, там есть полезные ссылочки. С вами был Мастхэд. Всем удачи и всем пока. Я думаю, вы поняли, что тут произошло.